В каком населенном пункте Кропоткин, Пенза, Новоукраинская, Москва, Сочи, снова Кропоткин, Армавир, Краснодар, Домодедово, Анжеро-Судженск, Казахстан, Петропавловск, Петербург, Парабель, Краснодар. Вот посмотрите, какая у нас обширная география, да, командная, от Сибири до юга. Замечательно. Друзья мои, ну давайте знакомиться, кто меня еще не знает. Меня зовут Маргарита Мороз, я зарегистрированный интернет-предприниматель. Ведем свою деятельность системы TR Group в интернете. И сегодня расскажем вам, что она из себя представляет, то есть как здесь можно зарабатывать деньги, кто будет помогать и как этот бизнес правильно развивать. Прежде чем поговорим конкретно о действиях, давайте поразмышляем. Как вы думаете, я думаю, у всех бы изменилась жизнь, если бы мы стали зарабатывать в своем бизнесе кто-то на 50, кто-то на 100 тысяч, кто-то на 200 тысяч больше, правильно, да? Потому что на самом деле все мы стремимся к хорошей жизни, поэтому мы здесь. Все мы хотим жить в хорошем, шикарном доме, иметь хорошую машину, позволить себе отдыхать, путешествовать, когда нам хочется. И именно для этого мы все здесь сегодня собрались и изучить тему, которую я вам расскажу, чтобы у нас с вами все в жизни сложилось хорошо. К чему мы идем? На дворе 21 век, век интернет-технологий. К сожалению, но вся наша жизнь потихонечку перетекает в интернет. Мы там совершаем покупки, мы там оплачиваем ком-услуги, мы там оплачиваем кредиты, мы там покупаем авиа-ЖД-билеты. То есть мы общаемся с друзьями уже не на улице, а в социальных сетях. Потихоньку-потихоньку все перетекает в интернет, и бизнес туда же перетекает. Поэтому нам с вами там самое место, чтобы научиться зарабатывать деньги. Что такое наша система? Это бизнес-модель, которая создана командой предпринимателей, которые уже зарабатывают в сети интернет не первый год. Они уже проверили на себе эту систему, они уже добились результатов, которые есть на просторах интернета, то есть это все можно посмотреть. Поэтому это работающая система, которая приносит результаты и о которой мы вам сегодня расскажем. Что нужно, чтобы преуспеть в нашей интернет-системе? Это, конечно же, интернет. Без него никуда. Хороший, стабильный, но иногда даже вот у стабильного хорошего интернета, как у моего, бывают проблемы. Конечно же, нужен компьютер, ноутбук или планшет. То есть это три гаджета, с которых будет комфортно работать. Если же есть у кого-то смартфон, с ним тоже можно работать, но все равно полноценной работы не получится. Поэтому какой-то вот из перечисленных трех гаджетов нужен обязательно. А для работы также необходим скайп. У нас существует рабочий скайп-чат, где мы общаемся командно, обсуждаем различные вопросы по различным темам, поэтому скайп нужен тоже. И, наверное, самое важное, что необходимо, это желание обучаться и желание научиться зарабатывать деньги в нашем проекте, потому что на первых порах обучения это самое важное, то, что нужно будет, чем нужно будет заниматься. Что мы делаем с помощью своей системы? Мы создаем поток покупателей по современному трафик на сайт нашего партнера. Таким образом, создаем для него товарооборот. Например, если 1000 человек приобрели для себя там какой-то продукции на сайте партнера на 1000 рублей, то для компании мы составили товарооборот в 1 миллион рублей. И мы, чем больше этот товарооборот, тем больше прибыли и процентов мы получаем с привлеченных нами клиентов. Ну вот здесь показан примерный расчет. На самом деле это все очень кратко описано, чтобы вы понимали, за счет чего нам платится зарплата. Кроме зарплаты, мы имеем также скидки на и бонусы на различные, на свои покупки наличные. Это базовая скидка 20% на всю продукцию, скидка премьер-клуба 32% и скидка на уровне 22% доходит в половину. То есть подробности о том, что такое премьер-клуб, там вам расскажут ваши люди, которые вас пригласили на этот вебинар. Кроме скидок и зарплаты мы еще получаем премии. Премии от 1000 долларов и выше. Премии мы получаем за выращенную 22% структуру потребителей. Дальше я расскажу, что это значит.
То есть вот столько начисляется нам. Как мы это делаем? Все мы с вами есть в социальных сетях, и наша задача именно с социальных сетей, с форумов, с досок объявлений, с каких-то из других интернет-ресурсов создавать поток людей. Таким образом, мы занимаемся построением клиентской базы, консультируем по продукции, помогаем при работе с онлайн-магазином. Если у нас просто появляются клиенты, мы их учим работать с онлайн-магазином. Если появляются люди, которые проявляют лидерские качества, они желают обучаться, мы начинаем, ну, занимаемся обучением этих людей. То есть создаем поток клиентов и занимаемся обучением, даем информацию людям о бизнесе, как здесь можно заработать. Кого мы приглашаем в бизнес? Конечно же, мы сразу зовем на бизнес. Если человек по каким-то причинам не готов сразу идти на бизнес, тогда он становится лояльным потребителем продукции. Потом в дальнейшем он потихоньку все равно включается в работу, потому что он видит, какие происходят акции, какие происходят движения интересные, происходят мероприятия. Конечно, тоже хочется в этом участвовать. Кого мы приглашаем в наш бизнес? Это, конечно же, в первую очередь наши близкие, друзья и знакомые. С тем, с кем мы учились, с кем мы работаем, живем по соседству. Как это правильно делать? Мы тоже всему абсолютно бесплатно обучаем. Все есть полностью, вся готовая система. Кроме близких, друзей и знакомых, мы заводим с помощью соцсетей новые знакомства. Знакомимся с незнакомыми людьми, так сказать. Таким образом нарабатываем большую активную базу друзей, о которой мы позже даем информацию. Занимаемся, как я уже говорила, построением 22% структур. Ну вот примерная базовая командная обучающая ветка выглядит таким образом. Если вы регистрируетесь в проекте, то есть сразу говорю, вложений никаких не надо, как это бывает иногда сравнивают с пирамидами, да, как пришел, приведи друга, заплати 2000, друг заплатит 1000, и вот таким образом строятся пирамиды финансовые. Здесь ничего подобного нет, так как нет никаких вложений, мы являемся просто лояльными потребителями продукции. Это такой продукции, которую мы покупаем практически каждый день в магазине. Да? Здесь вот у нас на слайде указано, что это за продукция. Это товары ежедневного спроса. Средства гигиены, зубные пасты, щетки, шампуни, мыло и так далее. Аксессуары, которые для женщин тоже интересны. Товары для красоты и для здоровья. Таким образом занимаемся построением структуры. То есть не только человек, который вас зарегистрировал, помогает вам, не только, вернее, вы занимаетесь построением своей команды, но и человек, который вас пригласил в этот бизнес, помогает вам развивать вашу структуру. И чем она больше, тем больше создается для компании товарооборот. Я уже говорила практически в начале о том, что нам платят деньги за выращенные 22% группы. То есть что значит, да, 22%? Так как компания работает больше, чем в 60 странах мира, у каждой страны своя валюта. И чтобы как-то привести к общему знаменателю вот эти все показатели денежные, была разработана система балла бонусов. В каждой стране балл бонуса равен своему количеству денег. Вот в России примерно он равен в среднем 36 рублей. Чтобы вырастить одну 22% группу, нужно создать для компании товарооборот в 7500 баллов бонуса. То есть, если мы это переводим в рубли, получается 270 тысяч рублей нужно создать товарооборот с одной вот этой веточки, как бы на предыдущем слайде была. Помимо зарплаты с этой веточки вы будете получать дополнительно пожизненный бонус. То есть, это ваша пенсия, так сказать, 5%. То есть, к зарплате директорского уровня в районе 30-40 тысяч рублей пойдет пожизненный бонус 13500 от каждой веточки, плюс премии, про которые я вам говорила. У нас идет фокус, тоже я про это сказала, на построение вот этих групп. То есть как это примерно выглядит? Чем больше таких 22% групп, тем больше ваш уровень, больше ваша зарплата, больше ваша премия, больше ваши привилегии. На начальном этапе, да, про доходы поговорим. Это объемная скидка от 3 до 22%, которая сначала копится на внутреннем счете компании, а позже по достижению определенного уровня при открытии счета она переводится вам в банк, и в дальнейшем вы получаете каждый 21 день, у нас расчетный период, получаете эти деньги на счет в банке.
Как я уже сказала, 5% с каждой 22% группы еще начисляется дополнительно, 2% и другие бонусы из групп в глубине, так сказать. То есть, ну, вот, когда вот человечки вниз не запускаются, то есть там тоже очень хорошие деньги. Премии за достижение званий. Если ты построил одну вот такую веточку, да, ты становишься старшим директором, получаешь премию $1500. Чтобы подняться по лестнице выше, стать золотым директором, нужно построить две таких веточки и так далее. Старший золотой директор 3 веточки, сапфировый директор 4 веточки, бриллиантовый директор 6 веточек, вот здесь как на картинке показано. Кроме того, с уровня директора, кроме того, что получаете премию, зарплату, приглашение на банкет директоров. Вы также еще участвуете в программе на приобретение автомобиля. Компания приобретает автомобиль, и каждый расчетный период вам выплачивает автобонус, так называемый, который вы рассчитываете за этот автомобиль, и он вам достается бесплатно. Что вам даст наша интернет-система? Это, конечно же, бесплатное обучение. Вебинары, как вот сейчас проходят. Это обучающий сайт, на котором вы можете почерпнуть всю информацию, которая необходима для изучения. И, конечно же, командный канал YouTube, где собраны все вебинары, все обучающие ролики, все, что нужно для работы. Если по какой-то причине вы не смогли посетить вебинар, можете посмотреть его на командном канале в записи. Кроме того, эта система предлагает именно методики и рекомендации различные, которые действительно работают, разработанные людьми, которые в этом бизнесе зарабатывают уже не первый год. Также помощь команды и сопровождение до результата. У нас работают круглосуточные скайп-чаты. Всегда имеется поддержка опытных наставников, поэтому это тоже очень важно. И нам важно вас довести до результата. Если мы вас выводим на уровень хорошей зарплаты, там от 30 минимум тысяч рублей за год, после периода работы определенного, мы, естественно, тоже получаем свои бонусы. Поэтому нам выгодно научить зарабатывать вас, потому что мы тоже будем зарабатывать еще больше. То есть это не секрет, это нормальная практика. У вас будет такая же задача – найти лидеров в своих командах, научить зарабатывать их, чтобы вы сами заработали еще больше. Кроме того, вы получаете инструменты для рекрутирования. Это ролики, рекрутирующие, презентационные вебинары, сайт-визитка. То есть инструменты полностью готовы, и они вам предоставляются бесплатно. Да, вот Сергей пишет, на третий месяц вышло на доход более 50. На самом деле, как у нас говорят, скорость раскрутки у всех разная. Кто-то может год выходить на такой доход, кто-то может 10 выходить на такой год. На такой доход, а кто-то за несколько месяцев. Поэтому тут все зависит от вашего желания, от вашего времени, естественно. Поэтому как бы вот так вот. Вот Алла, молодец. Будем ждать от тебя такого результата. Кроме того, интернет-система дает именно вот эту модель бизнеса, которая дает именно пассивный доход в будущем. То есть мы сейчас работаем, мы сейчас зарабатываем не только на свою жизнь сейчас, да, и на ближайшее будущее, но и мы зарабатываем на свою пенсию. То есть это такая система, которая уже работает, партнер 50 почти лет в мире, он уже никуда не денется, и то, что мы заработаем себе на хорошую пенсию, это уже 100%. Что дает компания-партнер? Как я уже говорила, это премии от $1000 до $1 000 000. Ну, конечно, чтобы получить $1 000 000, нужно очень хорошо поработать. Кому-то эта цифра кажется какой-то нереальной и заоблачной. На самом деле есть примеры в интернете, вы можете их посмотреть, когда эта премия была вручена, и она была вручена в России. Также мы имеем 17 зарплат в году, так как у нас период работы длится 21 день, а не месяц, как у всех, у нас выходит 17 зарплат в году. Кроме того, от компании-партнера мы получаем путешествия и банкеты за счет компании, путешествия на различные конференции. В прошлом году конференции были в Египте для менеджеров, в Валенсии для золотых директоров. В этом году осенью мы едем в Сочи. Кроме того, принимаем участие в различных мероприятиях, которые проходят в Москве. Полностью оплачены эти банкеты за счет компании с приглашением звезд. Сейчас я вам на следующем слайде покажу. И, как я уже говорила, это широкая автопрограмма. Куда-то у меня машина уехала.
уехала за слайд. На начальном этапе с уровня директора это Шкода Рапид, дальше Volvo, Mercedes, и чем выше ваш уровень, тем круче у вас, можно сказать, машина. Вот мероприятия компании, с которых мы недавно вернулись из Москвы на ВДНХ, проходили в 3D-формате, был мегафорум, был шикарный банкет, ага, да, шикарный банкет, были приглашены звезды эстрады, Валерия, Анжелика Варум, Дмитрий Дюжев, Елена Летучая. Я, кстати, даже до этого мероприятия не знала, кто она такая. Все там восхищались. А я даже как-то не смотрела эту программу, которую там она ведет, для ее визора, да. Вот на фотографии, да, видите, сколько народу. Вот поставьте, пожалуйста, плюсики. Видите, наша командная фотография, да, в уголке. Кто есть на вебинаре с этой фотографией? С этой фотографией. Да ты что, Сереж? А, ну ты в гостинице у нас, видимо, ее смотрел, потому что я точно не смотрю. Ну-ка, кто есть на командной фотографии? Поставьте плюсики. Да, Марина, Надежда. Ира у нас где? Здесь мелко, но я думаю, всех. Вот, Ира, конечно же. Так, смотрим. Алла. То есть вот такая у нас была дружная компания. А когда мы вышли из этого павильона, я никогда не забуду этот ливень, который на нас обрушился. И мы шли до гостиницы под этим ливнем. Ну, это было что-то. Это ни с чем не сравнимое ощущение. Когда я так еще ни разу не промокала полностью до нитки. Да, девчонки, круто было, когда мы фенами потом сушились. Ну ладно, это уже история умалчивает. Да, под пакетами, под зелененькими вместо зонта. Так что было классно, было круто. Было это все за счет компании. Огромное мероприятие. Первое мероприятие «Мегафорум». Там было у нас 5000 человек, а на банкете было 3000 человек, то есть вот здесь видите, за столиками мы сидели, за столиками, по 10 человек за столиком, у каждого столика был официант представленный, наливали нам, накладывали там в тарелочки, всего-всего, было вообще шикарно, круто, классно, и мы когда на это все смотрели, только думали о том, боже мой, сколько же это стоит денег, одну только Валерию пригласить, да, сколько стоит, ну, Дюжев, я думаю, ну, Валерия по раскрученнее, а чтобы остальное все организовать, то есть там бутылка вина, только мы потом смотрели в интернете, больше 1000 рублей стоила, а вина было столько, что лилось оно рекой, даже организаторы проекта потом вот этого мероприятия умалчивали, было все посчитано, сколько было съедено, сколько было чего проделано, а про количество выпитого вина было не сказано, организаторы умолчали, так что вот такие клевые мероприятия проходят у нашей компании-партнера. Как же мы выбирали именно компанию-партнера? Это, конечно же, мы выбирали надежную и легальную компанию. Как я уже говорила, компания 50 лет на рынке, 20 лет в России. В следующем году будет юбилей компании в мире. То есть это будет мероприятие еще шикарнее, чем было в этом году. Поэтому нам там нужно обязательно быть. Конечно же, это компания, которая имеет доступные цены. Так как у нас сейчас время кризиса, и не могут люди, и мы сами не можем себе позволить покупать что-то дорогое, дорогую продукцию, то есть средняя ценовая категория, которая доступна для всех. Есть продукция, и она предоставлена, ну, в нескольких сериях, то есть есть и совсем для тех, у кого маленький бюджет, есть средняя цена, есть более люксовая продукция, поэтому цены доступны, высокое качество, так как у компании свои заводы, 6 заводов в 5 странах мира, свои заводы, где она все это производит, раскрученный бренд, компанию все знают, широкий ассортимент, говорит о том, да, что это не два каких-то крема, которые крутят туда-сюда, это огромный ассортимент продукции, который нам нужен каждый день. Это продукция естественного спроса с высокой оборачиваемостью. Она имеет свойство заканчиваться, поэтому мы ее покупаем. Так лучше мы ее будем покупать в своем интернет-магазине, чем с большими скидками, да, участвовать в различных акциях, розыгрышах, чем мы будем ходить в магазин за углом, отдавать деньги непонятному дяде или тете, хозяину магазина, который делает там 500-процентную накрутку, чтобы ему платить аренду, зарплату, кредиты, там, поставки, доставки.
И, соответственно, поэтому намного выгоднее в своем интернет-магазине приобретать продукцию. Также у компании осуществлена быстрая доставка во все регионы России, страны СНГ. Мы ждем там дня 4-5 от заказа. Ну, по-разному у всех, наверное, у кого авиадоставка, там ждут подольше, но очень быстро. И, конечно же, сильный маркетинг-план, да, про который я говорила на прошлом слайде. И мероприятия, и премии, и зарплаты, и машины, и ну, что только нет, и конференции. Поэтому выбор партнера – это очень важно, это самая главная составляющая. У нас в бизнесе существует три правила. Это, конечно же, личное потребление продукции. То есть, как я уже говорила, мы не занимаемся продажами, мы занимаемся личным потреблением. Да? Мы моем свою семью, мы моем семью там, максимум родителей, братьев и сестер. Все, личное потребление. А вторая составляющая – правило, это, конечно же, поиск и подбор партнеров в команду. Как, что это делается, мы всему-всему учим, поэтому не бойтесь. И, конечно же, обучение, это тоже самая главная составляющая, составляющая успешной работы. Что необходимо сделать сейчас? Батюшки, что у меня происходит с телефоном? Что необходимо сделать сейчас? Если вы примете решение начать работать с нами, вам нужно зарегистрироваться. Вы можете начать работать в тестовом режиме, зарегистрироваться, начать все изучать, понять систему изнутри, потому что, вот я говорю, всегда есть такая грань, когда вот у нас вот такая перегородка, дверь, да, все стоят за одной стороной двери, они не знают, что и как, а мы находимся за другой стороной двери. И просто дайте себе возможность вот открыть эту дверь, попасть в другую сторону, все изучить. И когда вы уже поваритесь в этой каше, ну, я не знаю, как можно отсюда уйти. Я второй год в компании, я когда все это узнала, у меня волосы на голове шевелились, и я прям чуть ли не плакала от того, что я не знала всей этой системы работы раньше. Поэтому, если кто-то из вас, присутствующих на вебинаре, еще в чем-то сомневается, пожалуйста, дайте себе время изучить. То есть, ну, это действительно круто, это действительно крутой бизнес, который не требует вложений, нужна только ваша голова и ваше время. Поэтому примите правильное решение, пройдите какой-то тестовый режим, дайте себе время все изучить. Если вы уже зарегистрировались в нашей компании, являетесь новичком, необходимо сделать по мере возможности, конечно, активационный заказ на любую сумму. Просто зайдите к себе в ванную комнату, посмотрите, может быть, там у вас шампунь закончился или там у мужчин пена для бритья, что-то такое. Просто посмотрите, сделайте активационный заказ, примите участие в стартовой программе. То есть ваш спонсор, человек, который вас пригласил, вам расскажет подробно, что такое стартовая программа. По ней вы можете собрать очень много подарков и иметь очень большую выгоду в деньгах. Также вступите в премьер-клуб. Что это такое, вам тоже расскажет спонсор. После этого получите доступ на обучающий сайт. Определенные разделы сайта у нас находятся запаролены, и вам человек даст, который вас пригласил, вам доступ на этот сайт, даст пароль. Конечно, как я говорил, нужно установить Skype, добавиться в контакты, присоединиться к Skype-чатам, то есть вам тоже все это скажут, как что сделать правильно. И самое важное – обучаться, изучать самостоятельно обучающий сайт, посещать вебинары обязательно, задавать вопросы в Skype-чате, контактировать с командой. То есть никогда не ждите пинка от своего спонсора, не сидите, не думайте, вот что-то он мне не звонит, не спрашивает, что у меня да как. Всегда прям изучайте все сами. Напитывайтесь информацией. Я своим новичкам всегда говорю, то есть напитывайтесь информацией, не пугайтесь того, что у вас первое время будет каша в голове, и вам будет казаться, что вы ничего не понимаете. Потом все по полочкам, оно само уложится, вы даже этого не заметите. Поэтому обучайтесь, спрашивайте. То есть если даже вам кажется, что у вас глупый вопрос, то есть глупых вопросов не бывает абсолютно. Мы все через это прошли, мы всегда, все когда-то задавали эти, на первый взгляд, глупые вопросы. На самом деле не бойтесь их задавать и контактируйте с командой, не только с человеком, который вас пригласил, но и с теми, кто в его структуре. И, конечно же, приглашайте людей в нашу интернет-систему, мы вам расскажем, как это делать, и вас всему научим. Ну вот, у меня на этом все. Я надеюсь, рассказала вам понятно.
Поэтому принимайте решение стать успешными и присоединяйтесь к нашей большой команде, друзья. Спасибо большое за внимание. Сейчас я отключу запись. Да, сейчас я...